Самый высокий небоскреб Лондона Шард готовится к открытию смотровой площадки. Начиная с 1 февраля посетители смогут увидеть столицу Великобритании с высоты 244 метров. Раньше посмотреть с такого ракурса на город можно было разве что с вертолета. Небоскреб, название которого в переводе означает «осколок», облицован 11 тысячами стеклянных панелей. Шард вытянулся ввысь на 310 метров. В здании насчитывается 95 этажей, смотровая площадка находится на 72-м. Это в два раза выше любой другой смотровой площадки Лондона. В ясный день радиус обзора может достигать 64 километров. 360-degree views of London from a height. Раньше в Лондоне не было площадки с обзором в 360 градусов. Думаю, подобные площадки лучшие в мире. По сравнению со смотровыми площадками в других частях света, вы смотрите на картину истории, которой больше нет нигде. Лондон не может похвастаться обилием небоскребов, поэтому архитектор Уильям Мэтьюс с радостью принялся за новый проект. В Нью-Йорке небоскребы стоят один за другим, как в лесу. В Лондоне такого нет, поэтому здание среди других высоток должно выделяться на фоне неба. Мы подумали, что сужающаяся кверху форма будет выглядеть элегантно и будет соответствовать своему назначению. Большая площадь в нижней части подойдет для офисов, меньшая в середине – для отеля, а затем маленькая – для смотровой галереи на самом верху. Шард находится в одном из старейших районов Лондона и построен на руинах римских владений. Посетители смотровой площадки смогут увидеть многие известные достопримечательности города. Лондон – старейший в мире современный город. У него многослойная история, которая уходит корнями к древним римлянам. А это 2000 лет событий. Нужно лишь выглянуть в окно, и можно увидеть Саутварский собор X века, Тауэрский мост XIX века. Все эти различные слои накапливались, и это только один слой. Думаю, люди постепенно начнут ценить богатство Лондона, не только сегодняшнего, но также исторического. Небоскреб Шард по площади равен 8 футбольным полям. Он стал самым высоким зданием Евросоюза и был самым высоким в Европе, пока в Москве не открылась башня Меркурий-Сити высотой 338 метров. Однако даже самые высокие здания Европы не могут соперничать с небоскребами Америки, Азии и Ближнего Востока. Например, Бурдж-Халифа в Дубае достигает 828 метров и является самым высоким небоскребом в мире.